Только истинный король, помазанник кристалла, сможет избавить от скверны звезду нашего мира. Но думаешь, у меня получится? Конечно, я же оракул. Я позабочусь об этом. Угу. Мое призвание — помогать королю в его миссии. Вот как. Тогда получится. Я ни за что тебя не подведу. Да, я знаю. Сначала отец сына избранного своего судьбу оплакивал. Но оба покой обрели в Тенебре. Но девочка, истинной силой владеет она. Он хотел, чтоб ты помнил его не как короля, а как своего отца. А помните ли вы детские стишки? Вот, например, такой. В камнях сидит Архей, зовет тебя скорей. Вспомните о Люцисе. Мечта Амелии обернулась кошмаром, который несет смерть, разрушение и страдания. Так себе. Цитадели сильно досталось, но большая часть окружающих районов не пострадала. Прости меня, что я не спас твоего отца. Он все это предвидел заранее и сдаваться без драки не захотел. А Луна? Где она? А ты, жалкая имперская крыса, служишь врагу, лишь бы выследить Луну? Я не служу, это мне служат! Кто во тьме, обретет мир и покой. Ты считаешь себя королем, но на деле ты просто трус. А, заткнись! Я знаю одно. Ты жертвуешь собой. Может быть и так. Нокт, ты король. Нельзя вести за собой людей, стоя на месте. Король всегда идет вперед, принимая ответственность на себя. Час пробил.